хочу пугать. Я хочу взять на ручки. Ой, мамашка, блин. Ой, они вылазят. Вылазят? Иди назад. Представляешь? Иди сюда. Застрял, голова застряла. Ну ты посмотри. Иди сюда. Вот так. Ой, блин, и куры сюда залезли. Ну, вот надо курей отсюда выгонять. Что, я запуталась, что снимать? Смотри, они пришли жрать мне комбикорм тут. А ну, давай. Уточек маленький. Кыш отсюда. Кыш. Без утят. Кыш. Не пугайся. Так, Маша Кобова. А старые куры, это их не дом тут. Ну да. Их не владение. А стеклянские куры, ажиры, это не их домик. Смотри, все пошли кушать. Так, комбикорм. Старая курица. Ты что пришла? О, драка. Это, а что, она его клюнула? Да. Чуть-чуть. Нет, утенок. Так, курица, давай. Я не хочу, чтобы она пока была с утятками. Кыш. Давай. Ой, ты боже. Дети, кушайте. Эля закрыла дверь просто. Адлер. Кыш отсюда. Кыш. Ой, еще заходит. А ну, кыш отсюда. Кыш, бегом. Наблюдают за нами, ревнуют. Я когда сюда прихожу, они сразу бегут. Кладут. Ну, сейчас уже и время подходит. Кормежку. Надо будет их покормить. Смотри, какой он маленький. Двое суток. Смотри, какой мускусный утеночек. Желтенький с коричневыми пятнышками. Ну иди. Иди. Идите кушайте. Я вам насыпала комбикорм. Купила сегодня уже комбикорм. Наконец-то им. Они за мамой. Да, за мамой бегают. Вереница. Как в школе. Хороводы. Она учительница, да? Да. Ученятки. Ой, там чайник горячий. Я как раз его нагрела. Я им налила горячей водички. Она сейчас немножко постоит и остынет. Они в этой воде хлюпаются только там. А там... Я прихожу, смотрю, нету их тут во дворе. Куда девались? Они там в уголочек спрятались. Ой! Нет, чтоб... О, молодец, обошел. Ну, и смотри, куда мамка, туда и они. Куда мамка, туда... Мы просто зашли сюда, и она от нас подальше. Да. Вот видишь, как она шипит. Если с той стороны пойти, то она придет сюда, и они будут кушать. Ты смотри на этих моих цыплят, да, и курей. Только дверцу открыли, они сюда все забежали. И комбикорм собрались кушать. Конечно, он вкусненький. Стартовый комбикорм, он самый дорогой. Он именно от 0 до 3 недель. И цыплятам, и утятам можно давать. Я вот поехала, специально купила для них этот комбикорм, чтобы кормить. А до сих пор давала им кукурузную крупу. Ничего, ели. Правильно. Но они столько рассыпают. Ну. Даже не знаю, как сделать экономный вариант. Очень много рассыпают. Но единственное, может быть, да, куры придут. Но это надо сюда курей пустить. Вообще, думаю, да, перепланировку делать. Я хочу сюда, в этот курятник Адлеров, переселить Адлеров сюда. Они будут у меня со старыми курами, потому что кур старых у меня уже мало осталось. И курятник для старых курей слишком шикарно будет. Там много свободного места. А вот уточку с маленькими утятками я... Ой, что с ними делать? Они пока маленькие, их надо отдельно содержать. А когда подрастут, можно будет уже и да. Вместе с курами курятник. А сколько их там штук?
Я думала, мне сказали 10 штук. Ага. Ну, я сегодня посчитала, там 11 штучек. Кстати, эта женщина, что мне подарила, мне подарили эти путяток. Ага. Она мне сказала, что у нее там еще сидит одна уточка на яйце. И то есть еще и те утятки маленькие тоже. Говорит, если ты хочешь, я могу тебе их дать. Ну, я еще не знаю, хочу просто я дать. Хочу я или нет. Большое хозяйство, это за хорошо. Какие заслуги. Не просто так, конечно, нам их дают. Есть заслуги кое-какие. Ну вот им двое суток. Единственное, я вот говорила и говорю, что в это время года выращивать утят, не знаю, очень тяжело, потому что солнца мало, и как они будут расти, им же надо солнышко все-таки и тепло. Я же говорю, сегодня и холодно на улице. Ничего, вырастут. Да, будем растить. Вот такие вот утятки у меня.